15 апреля в колледже машиностроения и сервиса имени Серго Орджоникидзе состоялся круглый стол в рамках чемпионата «Молодые профессионалы». В нем приняли участие студенты со всего Дагестана. Данные состязания – это открытые для наблюдений соревнования студентов и школьников по более востребованным профессиям. Соревновались по трем компетенциям непосредственно в нашем колледже. Токарные работы на станках ЧПУ, фрезерные работы на станках ЧПУ и инженерный дизайн. Сегодня мы завершаем чемпионатные дни и подводим итоги. Кроме того, в рамках чемпионата мы сегодня пригласили и школьников города Каспийск и Махачкалы для того, чтобы они смогли увидеть, как проходит чемпионат, познакомиться с первой профессией, узнать, какие специальности и профессии можно получить непосредственно у нас в колледже. Стоит подчеркнуть, что организаторами соревнований выступили Министерство образования и науки Республики Дагестан, а региональным оператором стал Центр опережающей профессиональной подготовки. В качестве спикеров были приглашены представители региональных органов власти, известные эксперты и специалисты в сфере образования, экономики, промышленного производства, рынка труда и профориентации. Мы четко знаем, перед нами стоит большая задача подготовить порядка миллиона специалистов для отраслей, которые сделают нашу республику богатой и экономически стабильной. А это серьезное дело, и надо начинать не только в колледже, но еще и в школах. Кроме того, в колледже также состоялся день открытых дверей, где каждый школьник, родитель и педагог стали участниками мастер-классов и ознакомительных экскурсий по всем специальностям и профессиям, реализуемых в колледже. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканала «Среда».